рынок оказался храмом. Нам готовит наш новогодний стол. Вон Илюшка покупает себе шашлычки. По 20 бат за штуку. Для тех, кто думает, что Новый год на пляже – это романтично, и вы здесь абсолютно вдвоем, это не так. Ребят, хотите, мы вам расскажем, что такое Новый год по-тайски? Новый год по-тайски – это огромное количество народу на пляже и на Уолкинг-стрит. Здесь вообще яблоку негде упасть. Вот, смотрите. Кто-то вон даже с детской палаточкой. Там столько народу. И так до конца этого пляжа. Это еще только начало. Посмотрим, сколько сейчас времени. 23:19. А на самом деле еще 3 минуты. Но как в прошлом году. Тоже тайцы начинают салютировать раньше. Не знаю почему. Салют снимать как таковой, я думаю, не имеет смысла, что никто салюта, что ли, не видел. Но сама атмосфера здесь, конечно, непередаваемая. Остается 1 минута. Да, бросаем телефоны, хватаем коньяк. 23:59. Когда это видео выйдет, конечно, уже Новый год пройдет. Но очень хочется поздравить всех с наступающим Новым годом. Вернее, уже с наступившим практически Новым годом, потому что остается 1 минута. Все! С Новым годом! Ура! Все, началось! Паттайя зажгла свои огни. Let's go! Многие спрашивают, зачем мы едем на Новый год в Паттайю, чего вам дома не сидится. А мы едем вот за этой атмосферой. Через камеру это не передашь. Когда звуки салюта разбиваются о шум волн. Это так круто. Дело в том, что это какое-то волшебство. Когда ты находишься так далеко от дома, на другом континенте, с кучей народу, где все как один ликуют и радуются вместе с тобой. И никто не думает о плохом, это классно. Смотрите, какой сумасшедший поток народу вообще просто. И все они на Уолкинг-стрит. В новогоднюю ночь на Уолкинг-стрит нельзя. Нельзя оставлять свой мотобайк. Потому что он превращается в какашку.
главная елка Паттайи. Пора.